Вас вітає служба інформації телерадіокомпанії «Гомель». У студії працює Світлана Князєва. Глядіть у гэтым выпуску. Баставаць няма калі. Прамысловыя прадпрыемствы працуюць у штатным рэжыме. Вялікая будоўля. У лістападзе ў Гомелі пачнецца ўзвядзенне школы ў 96-м мікрараёне. Неба кліча. На выхадных пад Гомелем прайшлі спаборніцтвы па парапланерызме. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. По информации пресс-службы Совета министров, все предприятия реального сектора экономики Беларуси работают в штатном режиме. На своих рабочих местах сегодня находились и работники субъектов господарения Гомельской области. Такую информацию нашим корреспондентам подтвердили у приватности на таких промысловых гигантах, как Мазырские нафтоперапрацовши и Белорусские металлургичные заводы. Здымочная группа телерадиокомпании «Гомель» сегодня наведала акционерное товариство «Гомсельмаш». У апошнія месяцы «Гомсельмаш» працуе ў напружаным рытме. Заказы на яго прадукцыю распісаны ўжо да канца жніўня 2021 года. Толькі ў наступным месяцы неабходна вырабіць 250 зерней і 50 кормаўборачных камбайнаў. На самім прадпрыемстве гэтыя тэмпы называюць касмічнымі. Такой колькасці машын тут не выраблялі, напэўна, ніколі. Праўда, непасрэдна для рабочых вялікая колькасць заказаў азначае магчымасць зусім нядрэнна зарабіць. У мінулым месяцы сярэдняя зарплата ў рабочых, якія занятыя на асноўнай вытворчасці, склала 1600 рублёў. Мы по субботам выходим, мы остаемся во вторые смены, работаем. Работы очень много. Так что Сельмашу некогда страдать ерундой. Я, как мать троих детей, хочу сказать, отстаньте от нас, дайте нам кормить свои семьи и обеспечивать своих детей. Сёння з больш як 12-тысячнага калектыву холдынгу «Гомсельмаш» удзел у забастоўцы не прыняў ні адзін чалавек. Калі ў людзей ёсць упэўненасць у заўтрашнім дні, заклікі не прыходзіць на прадпрыемства, не знаходзіць водгуку. Прыклад «Гомсельмаша» сведчыць: людзі жадаюць працаваць, а вымушанае спыненне вытворчасці прыводзіць да фінансавых страт як для прадпрыемстваў, так і для сем'яў працаўнікоў. На «Гомсельмашы» адзначаюць: нейкі стачачны камітэт ніхто ствараць не спрабаваў. Сітуацыю тут ацэньваюць рэальна і адэкватна. Ёсць усё-такі стваральнікі, якія падтрымліваюць вот, я бы сказал, даже эту разруху, беспорядки, которые устраивают на улицах. Люди просто не понимают, что они не думают о завтрашнем дне, что ждет в будущем нас, что будет, если остановится такое предприятие, крупномасштабное предприятие, как «Гомсельмаш». Я думаю, последствия будут очень печальные. Каждый человек, который работает на данном предприятии, он работает не только во благо нашей страны, но и для достижения каких-то своих духовных, материальных ценностей, для того, чтобы обеспечивать семью. Когда вот этот коронавирус, ну, подошел к нам, да, вот сейчас вторая волна пошла, вот с чем нужно бороться. А вот это вот митинги, вот эти, это как-то не для нас. Наш народ, он трудолюбивый, и мы хотим работать. Хотим работать и зарабатывать. Сёння на «Гомсельмашы» набираюць новых рабочых, якіх будуць рыхтаваць ва ўласным вучэбным цэнтры. Для таго, каб выканаць планы наступнага года, неабходна дадаткова працаўладкаваць яшчэ каля 200 чалавек. Олег Сенцёров, Миколай Скінцян, телерадыокампанія «Гомель». У Гомелі праводзіцца праверка па факце знойдзенага прадмета на выгляд падобнага на выбуховае ўстройства. Мінулай ноччу ў гомельскім тэлеграм-чаце апублікавалі фатаграфію бела-чырвона-белага флага, усталяванага ў раёне возера Абкомаўскае. Супрацоўнікі АМАП, якія выехалі да месца, звярнылі ўвагу на закапаны пад дрэўцам прадмет. Ён быў падобны на выбуховую прыладу, таму на месца здарэння выклікалі сапёрна-піратэхнічную групу. Спецыялісты дасталі з зямлі загорнуты у паперу прадмет. Унутры знаходзіўся снарад. Побач таксама знайшлі самаробны ўзрывальнік, кантактны механізм, электраправады і батарэйку. Па прыбыцці на месца намі была абследаваная тэрыторыя, на которую был обнаружен подозрительный предмет. При помощи служебной собаки и специального оборудования данный предмет был обезврежен и передан сотрудникам Следственного комитета для проведения экспертизы. По факту обнаружения устройства, внешне напоминающего самодельное взрывное, Гомельским городским отделом Следственного комитета возбуждено уголовное дело по статье хулиганства, статья 339 Уголовного кодекса Республики Беларусь. В настоящее время проводятся следственные действия, оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, которые причастны к этому преступлению. Назначен ряд экспертиз. По результатам их заключений в ходе расследования будет дана окончательная оценка, квалификация по данному факту. Ці мог адбыцца выбух, установить эксперты после адпаведных доследований. Выники экспертизы станут вядомыя у ближайший час.
Працягваем выпуск. Як чакаецца ў наступным месяцы, у Гомелі пачнецца будаўніцтва яшчэ адной школы. Яна будзе знаходзіцца ў 96-м мікрараёне горада, больш вядомым сярод гамельшан як хутар. Што прапануюць архітэктары, даведаліся нашы корэспандэнты. С просьбой про будаўніцтва новой школы у мікрараёне хутар гамельшэне звярталіся да старшыні аблвыканкама Геннадзя Салаўя падчас прамой тэлефоннай лініі яшчэ ў 2019 годзе. Гэты сацыяльны аб'ект тут сапраўды жыццёва неабходны. Пакуль на вялікі раён новабудоўляў толькі адна школа, якую наведвае значна больш дзяцей, чым прадугледжана праектам. По факту сегодня 15-я школа у нас работает с превышением проектной мощности на 100 с лишним процентов, на 136, если быть абсолютно точным. И при том, почему именно выбор пал на 96-й микрорайон, что сегодня обучающиеся 15-й школы располагаются в двух зданиях. То есть здание школы не вмещает всех ребят в первых классах. Перед проектную документацию выканал институт «Гомель-проект». На ее основе затвердили кошт новой школы. У лютым этого года задание на распрацовку проекта атрымал институт «Гіпражыўмаш». Зараз проект проходит державную экспертизу, после чего пачнецца будаўніцтва. Бадай самые великие проблемы были связаны с геологией территории, где будет узводиться школа. У старажытные часы на этом месте было спочатку озеро, а потом болото. Теперь об этом периоде нагадывают залежи торфу. Невеликие, але все ж таки складанности архитекторам и они створают. Так спортивный комплекс придется будовать на сваях, которые пройдут праз 10-метровый слой торфу до твердой основы. Коли казать об самой школе, то она будет самой великой у Гомелі. Площа будинка складзе каля 25 тысяч квадратных метров. Школа состоит из 4 блоков. Первый блок – это административная часть. Второй блок – это классы начальные, 1-4. Третий блок – это уже старшие классы, 5-11. И четвертый блок – это там расположенный пищеблок, спортивные залы, тренажерный зал и бассейн. Бассейнов, дарэчы, у школе будет два – для навучання плаванню и для проведения спортивных спаборніцтваў. Апрача того, у проекте футбольный стадион со штучным покрытием, пляцоўки для гульни у баскетбол, волейбол, мини-футбол и теннис. У самим будинку нават предугледжены специальные зоны для зарядки сотовых телефонов. И что зусім немаловажно, у школе смогут учиться дети – с обмежованными физическими махчимостями. По заданию на проектирование у нас предусмотрено обучение 37 инвалидов-колясочников. Для них предусмотрена вся инфраструктура, это доступность входов, это в каждом блоке предусмотрен лифт-подъемник для инвалидов, предусмотрены подъемники в бассейне, они могут пользоваться бассейном, они могут пользоваться полностью всеми кабинетами и инфраструктурой школы в полном объеме. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Евген Макеенко, телерадиокомпания Гомель. Ситуация по захворыванию на коронавирус находится на постоянном контроле. Как показывает штодённый мониторинг установ аховы здоровья, работа по перепрофилированию больниц проведена у объеме, который позволяет обеспечить меддопомогой пациентов с COVID-19. Про это поведомляет телеграм-канал Министерства аховы здоровья. У Гомельской области для хворых на COVID-19 и пневмонию выделено 2500 мест. Пациентов доставляют у областные инфекционную и туберкулезную больницу, городские клиники, клинічная больница номер 1, 2 и 4, больницу хуткой медицинской допомоги, а так само у шпиталь инвалидов айчинной войны. Створены места у центральных районных больницах. При необходимости в дальнейшем будет задействованы областный онкологичный диспансер, городская клиничная больница номер 3 и областная больница. Удосканальванне работы у сферы экологии. У Гомеля сегодня прошла черговая диалоговая пляцовка. Удельники посяджения – представники аховы навакольного осяроддзя жилево-коммунальной господарки «Молодь». Мета сустречи – обмерковать супрацовництва уладов и субъектов господарання у галине экологии, разглядеть шэраг актуальных пытанняў. Сярод их – вырубка хвойных лясов, барацьба с караедом, забруджванне паветра, озеленение. Что тычыцца апошняга пункта, областный комитет природных ресурсов и аховы навакольнага асяроддзя упэўнівае, до 2025 года усе пытанні по озеленені региона будут знятыя. Так само не засталася без уваги сапраўды хвалюючая тема – утилизация отходов. Город Гомель – это второй город Беларуси, отходов очень много. В Республике Беларусь приоритет стоит в вопросе переработки отходов, а не захоронений. Вот поэтому ну, в том числе пригласили сегодня такие наши монстры в городе Гомель. Это линия сноса, утилизатор, который перерабатывает наибольшее количество отходов, чтобы проговорить вопросы, которые возникают проблемные, потому что у них есть претензии по тому вопросу, что мы их привлекаем к административной ответственности за нарушения.
В том числе будем смотреть вопросы внесения изменений законодательства. Знайсти компроміс у питанні перепрацовки отходов – одна з головних метод діалогової пляцовки. Мы же понимаем сегодня, что все, что мы держим в руках, и все, что мы покупаем, и все, что вокруг нас, может быть переработано, а не захоронено. И это будут не уже отходы, а это уже будут вторичные материальные ресурсы, на которые на сегодняшний день тоже есть свой покупатель. Небо, полет, мета. У Гомельском районе прошел чемпионат Беларуси по парапланеризме «Полесский десант». На аэродроме у Зябровцы спортсмены из всей страны собрались уже у 11 раз. Споборничали у приземления на докладность парапланеристы у весь уикенд. Вероника Гамзюкова с подробязностями. За узнагороди на території аеродрома под Зяброкою змагалися 16 мужчин і одна дівчина. Більша частина спортсменів – білоруси, але приїхали на турнір і росіяни, представники Санкт-Петербурга і Бранська. Звичайно, удільників збирається більше. Паралельно з чемпіонатом Білорусі проходить етап Кубка світу «Брильянт Фуд». Сьогодні плани парапланіристів частково змінила пандемія. Міжнародних стартів не було, а для Білорусі це перше споборництво. Не перешкодив суботнім виступленням і дощ. Правда, удільникам прийшлося наганяти виконання спроб у неділю. Условия довольно комфортные, средние. Для нас условия очень тихие, считаются сложными, или очень ветренные. Вот, а сегодня довольно комфортные условия. Для белорусских спортсменов это знаковое споборництво. Упершиню в истории нашей страны на этом турнире пилоты могли выполнить разрады. Работа популяризации этого вида спорта велась давно. За последние 7 годов парапланеризм зарегистрировали у реестра Министерства спорта и туризма, распрацовали нормативные потребования и сёлета прошла первая квалификация. Этой работой занимались первый номер сборной страны Мазыранин Евген Вихор и его коллеги. Поднимет интерес к этому виду спорта среди спортсменов, и это подстегнет развитие, интересует развитие этого спорта в целом, поэтому развитие массовости и формирование национальной сборной на основе конкуренции пилотов друг с другом. То есть нам нужна конкурентная среда, чтобы пилоты доказывали возможность быть включенными в национальную сборную. У Гомелі займатися парапланеризмом можна у Центрі авіаційно-технічних видів спорту і творчості. У їм штогод у студені набирають групу з 20 дітей і підлітків, які навчаються за кошт бюджету. Приходять спостігати гети від спорту і дорослі, але вже на комерційній основі. Сьогодні костяк зборної нашого регіону – 18 чоловік. Прошли подготовку, то есть некоторые отсеиваются, понимают, что это им не надо, ну а основной костяк остается. Хочу пригласить, пожалуйста, приезжайте на обучение вид спорта, как говорится, молодой, развивающийся, достаточно перспективный, достаточно недорогой из авиационных видов спорта. Можно себе позволить. По выниках турниру Евген Вихор завоевал золото и подтвердил звание лидера Беларуси по парапланеризме. Другим стал Микита Мельник с Бранска. Замкнул тройку лидеров Мазыранин Станислав Дашков. Вероника Гамзюкова, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель» с Гомельского района. Гэты и іншыя новины, информацию о проектах телерадиокомпании «Гомель» вы можете найти на нашем сайте у интернете по адресу www.tvrgomel.by. На этом выпуск завершен. Всего вам доброго и до встречи у эфира. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Руслан Габрилев. Здравствуйте. Оперативники наркоконтроля в Калинковичах задержали неработающего ранее судимого 30-летнего местного жителя, у которого в ходе личного обыска нашли сверток с веществом растительного происхождения. На следующий день милиционеры проверили его частный дом. Там была найдена аналогичная трава весом почти 190 граммов. Эксперт Госкомитета судебных экспертиз дал заключение, что растительная масса марихуана. По факту незаконного оборота наркотических средств возбуждено уголовное дело. В Гомеле мужчина решил подварить свою машину и ненароком ее сжег. Инцидент произошел вечером в пятницу в гаражном кооперативе по улице Чечерской. Гомельчанин самостоятельно ремонтировал свой Nissan Primera в гараже. При выполнении сварочных работ автомобиль внезапно загорелся. Прибывшие по вызову сотрудники МЧС ликвидировали пожар, однако машина восстановлению не подлежит. Неосторожность при курении едва не привела к гибели трех человек. Накануне вечером спасателям поступило сообщение о горении жилого двухквартирного одноэтажного дома по улице 2-й Линейной в Гомеле.
По прибытии к месту вызова было обнаружено задымление в частном блокированном доме. Хозяйка первой квартиры, пенсионерка 1934 года рождения, выйдя на улицу, увидела дым, идущий из квартиры соседа. После этого она разбудила проживающего с ней 57-летнего сына, и вместе с ним они сообщили о ЧП спасателям. Сосед, пенсионер 1953 года рождения, на момент возникновения пожара также находился дома. Он проснулся и сумел самостоятельно выбраться на улицу. На момент прибытия подразделений МЧС все трое жильцов данного домовладения находились на улице. Спасателями был обнаружен хозяин квартиры номер 2 в сознании, был передан бригаде скорой медицинской помощи. После осмотра медиками с предварительными диагнозами отравления продуктами горения и алкогольное опьянение мужчина был госпитализирован в учреждение здравоохранения. В результате пожара огнем повреждено имущество в квартире номер 2. Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – неосторожное обращение с огнем при курении хозяина квартиры номер 2. В предвыходные и выходные дни сотрудники ГАИ выявили 34 водителя, которые управляли транспортом в нетрезвом состоянии, и 94 водителя, которые сели за руль, не имея на то права. Несмотря на усиленный контроль, на территории Гомельской области было зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых 3 человека получили телесные повреждения. Вечером 24 октября в Гомеле 28-летний водитель, управляя автомобилем «Сиат Кордоба» и двигаясь по проспекту Октября в направлении улицы Богдана Хмельницкого, совершил наезд на 81-летнего пешехода. Пешеход переходил проезжую часть дороги в неустановленном месте в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода, обозначенными дорожными знаками и разметки. В результате наезда мужчина получил травмы, с которыми был госпитализирован. А утром в пятницу водитель 1984 года рождения, управляя автомобилем «Лада Веста», совершил наезд на велосипедистку, 59-летнюю жительницу Гомеля, которая двигалась по велодорожке в районе Дворца культуры «Фестивальный». В результате ДТП женщина с переломом шейки левого бедра была госпитализирована. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале «Беларусь-4» Гомель новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Гомель одержал победу над Могилевом, а «Металлург» над «Локомотивом» в очередных поединках чемпионата Беларуси по хоккею среди команд экстралиги. Гомель встречался в гостях с Могилевым. Открыл счет Рачинский и Стана Рысей на 34-й минуте матча. Подопечные Стаси не дали шансов хозяевам льда. На последней минуте встречи Скуринов удвоил счет. Итог 2-0 в пользу Гомеля. «Металлург» на выезде сыграл с аршанским «Локомотивом». В первом периоде Соломонов забросил шайбу и открыл счет. Во второй 20-минутке Шарипов из аршанской команды сравнял цифры на табло. В основное время никто не смог вырваться вперед. В овертайме победитель тоже не определился. Матч закончился победой «Металлурга» 2-1 по буллитам. Женские команды «Гомель» и «Берестия» сыграли благотворительный поединок в рамках Суперлиги. Встреча закончилась поражением хозяек паркета. Подопечные Томаша Чатера уступили со счетом 26-31. Самой результативной в составе «Гомеля» стала Котина, в составе «Берестия» – Шинкарук. В субботу прошли поединки чемпионата Беларуси по волейболу в двух дивизионах женского и мужского первенства. В мужском чемпионате дивизиона А «Гомельская энергия» обыграла «Обуховский легион» 3-1. В женском чемпионате дивизиона А «Мозырская жемчужина Полесья» поквиталась с гродненским «Коммунальником» за досадное поражение на четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси по волейболу 3-2. Во втором дивизионе «Гомельский Бумпром» на домашней площадке победил «Могилевский Коммунальник» 3-0. «Газовик» в гостях у «Аршанского взлета» одержал победу со счетом 3-2. Состоялись очередные матчи по баскетболу в женском и мужском чемпионатах. Женская команда «Гомельские Рыси» уступила брестской дружине «ЦОР Виктория» 58-70. Мужская дружина «Рыси» продолжает серию поражений со счетом 69-88. Завершился матч против молодежки баскетбольного клуба «Цмоки Минск». Наиболее результативные игроки – Тимофей Веревкин, 19 очков и 6 результативных передач. А также и Андрей Приходько, 7 подборов. У нас сегодня были не все игроки. Вот, у нас один, даже двое заболело. И получается, самая большая проблема в нашей команде последних трех игр – это отсутствие нашего главного тренера. Вот. Без нашего тренера мы немножко играем с горячей головой. Нету той дисциплины, которая была в предыдущих играх, когда тренер есть. Поэтому я считаю, что это только из-за этого. Ну и с большего, наверное, сами виноваты, потому что соперник наш.
Команда молодая, молодцы, они сегодня показали хорошую игру. Мы не справились, поэтому и проиграли игру. Матчи чемпионата Беларуси по мини-футболу прошли в субботу и воскресенье. Открыл 8-й тур поединок между «Динамо» БНТУ и «Светлогорским ЦКК». Столичная команда была сильнее 5-0. Остальные результаты тура на ваших экранах. Напомню, встречи БЧ и охрана «Динамо», а также ВРЗ и УВД «Динамо» перенесены на более поздний срок. Это связано со вспышкой коронавируса в командах. В воскресенье мозырская «Славия» сыграла на выезде с гродненским «Неманом» в рамках чемпионата Беларуси по футболу среди команд высшей лиги. Матч закончился победой Полишуков 2-1. В национальном турнире первой лиги «Гомель» на выезде одолел «Сморгонь» 3-1, а «Локомотив» потерпел поражение от «Слонима» 2017 0-3. Светлогорский «Химик» сыграл в ничью со «Шмянами», «Речицкий спутник» и «Пинская волна» тур пропустили. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на Беларусь 4.